И всем привет, Рус, мы как всегда Паша Дебежит и сегодня у нас CS 1.6 зомби мод. Сейчас мы его скоро запущим уже. Будем играть на своем сервере другой мир зомби на своем любимом мапе, потому что на другой мир. Ой, блин, битва за жизнь сломалась карта. Ой, сломался сервер, точнее. А так кто, присаживайтесь поудобнее, досмотрите видео до самого конца, будет самое интересное. Погнали! Так, мы уже все скоро запускаем. Запускаем. Упс. И сегодня в этой игре я покажу новый ножик, новый АК-47 и новые перчатки на глок. Сейчас покажем. Это на другой мир зомби. 9 игроков играют на этом серваке. И только 9 пацанов играют на этом серваке. Кому нравится быть енотиком, просто поставьте лайк, и я вам... подожди. Я жду мапу. О-о-о. И новые, наверное, USP-шки, если не шла. А, синауг я забыл сделать. Ну ладно, потом. Ну, после этого... После этого записи сделаю обязательно новую перчатку на У. Зомби победили, отлично. Сейчас, подождите на минуту, сейчас покажу нож. И перчатки на У сделал. Так, вот. Мам, будешь гречку с котлетой? Упс. И ножик поставил. И ножик. Новенький. Давай, положите оба. Кто из вас придурочный, я вас убью. Скорее сейчас он рядом дорог. Вот это левел мы играем соби. Вот это мы точно играем соби. Это левели. Что тут, кто тут ходит? До свидания. Нет, пока не хочу. Потом. Не обращайте внимания, просто не пишите комментарии. Хорошо. Есть пичка. Есть пичка. Не зомбаков никто не умер. Никто не заразился. Эй, я первый, иди отсюда. Ева. Перфект. Да вы не слушайте, это не пойдем, у меня чужой. Блин, скин тоже не хочу, что я зомбака заразил. Вот блин, ну почему я заражен? Потому что мой, блин, этот. Как хотел сказать вам. Пупки дороже всего для меня. А нафиг. Ах ты какой. Ах ты ж. Эй, с пистолетика нельзя. Ты с ума сошел с пистолетика стрелять? Че, не успел? Пацаны, велите его. На, что? На. Ох, нифига упало. Чувака. Нифига, тут кто-то сидит. А, ё-моё. Ох, ё-моё. Блин, кто-то тут с собой, это боевок. Ой. Вот так вот. Вот этот трюк. Сейчас покажу. Смотри. Иди сюда. Чё тут, я прям чувачок. Молодец, чувачок. Я уже не успел уже заразиться. Насать. Это уже 36-й серия. Уже 35-й вошло. Это что ж такое? Ой, это телепортация вот эта вот. Вот эти вот штурком. Этого раунда же не было палки.
бэйби, бэйби. Для чувачка осталось. Чувачки, терпите, пожалуйста. Ой, блин. Стоп. Ты чё, кто это тут застрял такой? Как ты застрял такой, блин? Сейчас я вас... Чё? Давай, давай, давай. Успел заразить чувачка. Его не видно нифига. Да блин, я не вижу. Рожка. Где? Я не вижу тебя. Да где ты, алло? А вот он. Заблок. А, во-во-во, его видно. Вот, блин, ну кто-то из вас его охраняет. Во, на кнопку на можно включить зрение ночной енот. Сядь. Я сел, чё? Чё тянули? Вот вы хитрые какие! Вы чё такие хитрые? Ладно, ой, не того купил, не того купил. АВП-ху давай. Во, вот это крутая пушка. И АВП-ху новый, и вот это вот. И, конечно, вам подойдет вам после этого раунда нож. И, да мне не видно нифига, подожди. Чувак, извини, нету, нету. Блин, все, заразили нас, похоже. Енотик. У меня канал есть, у меня ник Енотик Паша, так что узнавайте мой ник, так что не забывайте. Думаю, да блин, да кто тут застрял-то? Как они там залезли? Как они туда сняли? 7. Это очень хорошо, что заразили. Они вот тут наверху стоят. Блин. Вот нафиг я бы, блин, первый раз, блин, купил за сбушку на 8. Нафига я второй раз себе купил за сбушку на 8. Нафига как я... Залез, блин. Эта мапа лучше всех. Что, мапа в школе меняет? Алло. Давай сюда, сынки. Во, давай сюда, где это местечко. Да блин, да где его? Из вас заражался. Так. Блин, не достал. Да ну, это походу пушка крутая, чем я думаю. Сейчас мы... А, пистолета нету, точнее. Кто из вас сюда телепортируется, а потом... И офигели у меня перчатки такие черные, блин. Ладно, давай будем купить USP-шку. USP-шку кругую. Да вы не слушайте, это не будет бубнять чего-то. Блин, этот заражался. Я сюда побегу, если что, пацаны, я пока сюда спрячусь. Блин, вот на нового болвана заразили, ну нифига, у меня 5 очков. Узнавайте мой ник, Енотик Паша, блин. Обязательно. Ник мой, Енотик Паша. Енот4К. Енотик. Енотик, блин, по-английски. Ну потом исправлю, будет такой ник будет, ладно. Сейчас моего генетик Паша мне по-английски. Ой, чё? Блин, я даже посмотреть не успел, а ты уже пришёл уже. Ну нафиг, блин, игроки.
9 минут, уже сейчас 10 минут. Пацаны, я дам ссылку в описании на IP. И ссылка в описании на перчатки и на пушки. Потому что... И на пушки те модники. Потому что один из самых крутых модных пушка это АВП. АВП. Да лезь ты, ну что ты такой медленный, ты, блин, поднимай. Короче, нафиг. И сопротивление. А что, давайте мы сейчас снимем. Они на меня репорт отправили. Ну что? О, там можно стекло сломать. Блин, ну можно стекло сломать. Уйди отсюда. Блин, ну можно же реально стекло сломать. Блин, я бы сломал бы его и в следующий раз сюда побегу, хорошо. Собаку никак не подняться. А, там он этот сидит. Это какие бараны, блядь. Вот как так-то, блин? Ой, ё-моё. А можно сюда залезть? Да ну, а что там под карты? А, там фигня какая-то. Фигня какая-то. Можно реально теперь сломать. Сломать его можно, чёрт-ки палки. Блядь, никак не сломать, ёпер, не себя там. Ладно, потом. Альфдольф 82, рус. Прикольный ник у него. Следующая мапа будет у другой. Следующая мапа будет в другом серии. Написали бы. И пишите мне в комментарии, какой у вас ник в игре. Я обязательно узнаю, кто из вас будет. Из вас будет. Игруков. Так что обязательно... Ну как изнаять-то, ё-моё. Ой, блин, за глаз чесался, блин, почесал немножко. И так что, ставьте лайкосики, до 5 лайков я выложу новый ролик. И если вы нифига не поставите лайк, то мне вообще не буду, я вообще ничего выкладывать, если ничего не снимать, то не буду. Если вы обязательно до 5 лайков добивайте, и обязательно будет новый ролик. Если вы этого хотите. И 5 новые ролики будут потом. Завтра увидимся дня с 16.00 по московскому времени. Ладно, друзья, давайте мы уже сейчас будем завязывать и продолжим все как в следующих сериях. Если кому понравится эта серия, не забудьте написать в комментариях. И не забывайте поставить лайкосики, блин, чтобы следующий видос был 16.00 по московскому времени. Так что подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте все свои комментарии. А если вы не досмотрели 35-ю серию, то досматривайте.